К сожалению, не удалось нам выиграть. Мы недовольны результатом. Не все игроки сыграли свою силу. Я не могу сказать, что полностью они выполнили установку. При этом я считаю, что мы были ближе к победе. Такие игры мы просто обязаны доводить до победы, ведя в счете. То есть, пропустив после стандарта, не могу сказать, что я доволен содержанием игры, но все равно мы должны выигрывать такие матчи. Такой комментарий. Устроило ли вас качество поля? Конечно, нет. Ожидаемое плохое поле. Ожидаемое. Ну, все ожидаемо. Ожидаемое плохое поле. Все нормально. Очень высокая трава. Но я не хочу сказать, что только из-за этого мы не выиграли игру. Я не могу сказать. Кто-то с биолога вам больше понравился, кто-то меньше? Вы знаете, когда идет игра, тренер обычно контролирует или, скажем так, то есть анализирует своих игроков, то есть какие позиции нужно усиливать, где кого нужно менять. Я не могу сказать, что я следил за вашими игроками непосредственно в процессе игры. Да, мы готовились, мы отмечали каких-то игроков. Вот. Как вы действуете, достаточно подробно разбирали. Но, к сожалению, нам не сегодня, можно сказать, но не удалось выиграть. Не удалось выиграть, к сожалению, так. Мы расстроены, нужно принять результат. Нужно принять результат. Благодарен нашим болельщикам, которые приехали сюда, нас поддерживали, гнали в атаку. Ну, к сожалению, нужно принять результат. И таких игры такие бывают, но нужно выигрывать, доводить до победы. Я считаю, что все равно мы были ближе. Ожидаема данная тактика игры биолога? Да, абсолютно. Абсолютно ожидаемо. Никаких то сюрпризов вы не сделали нам. Абсолютно. То, что вы будете опускаться, играть быструю атаку, мы и предполагали. Мы и фазы переключения, вот эти, то есть быстрые переходы в оборону, страховки и так далее. Мы это все ожидаемо. Так что никаких-то там сюрпризов вы ничего не преподнесли нам. Так.